Снова здравствуйте, всем привет. Итак, замутил я вот такого вот Аида. Вот так он пока выглядит. Тут еще нужно кое-где вмять, кое-где складки поподелать. Но это уже, в принципе, не так будет сложно. Так, еще нужно будет поработать с огнем. Я, возможно, вот этот огонь не буду ставить. Попробую найти, значит, огонь с мультфильма, потом запишу, типа, как с экрана, возможно, запишу вот это вот внешний вид, и потом сделаю MOV файл и подставлю, чтобы тут вот именно все дело это горело. Попробую это дело, значит, все-таки найти. Так, давайте сейчас сделаем кисти рук вот этому персонажу. Так, каким образом можно, конечно, вот эти переделать? Вот эти кисти рук. Ну, наверное, пальцы сделаю отдельно. Так, каким образом? Так, давайте посмотрим. Значит, импортируем сюда текстуру импорт. Я тут скриншотиков понакидал. Так, вот он, значит, у нас прикольная кисть руки. Вот тут все дело это видно. И что здесь видно? Значит, цилиндр. И, значит, со сферы вот такая вот хренотень, да? Ну, давайте попробуем первый вариант. Даже не первый, а, наверное, я буду делать маскированием, чтобы уже палец был, значит, точный. Ну, а потом, может быть, добавлю, чтобы поровнее это дело было, цилиндр. И все это делаем, потом подставим. Так, давайте делаем, значит, добавляем append, добавляем куб. Смотрим alt, левая кнопка мыши, переключаемся на куб. И сюда сейчас подставим нашу кисть руки. Предварительно сделаем DynaMesh, чтобы переработать сетку, и это дело лучше рисовало, поточнее. Так, это я многовато, да, многовато, миллион с лишним полигонов, 98 мало, ну давайте хотя бы 200. Сейчас 400, о, 800, нормально, Shift Z. Значит, Z, английское, глаз открываем, делаем прозрачность. Так, теперь кисточку поменьше. И вот этот один палец сделаем. Вот, вот этот. Так, это будет как-то, ну, таким вот образом. Так, немножко подровняем, чтобы ничего не упирало. Ну вот, получился такой палец. Делаем Ctrl-I. Опять же, по прошлым роликам все это дело вытягиваем. Снимаем маску. Делаем DynaMesh. Это Ctrl, левая кнопка мыши. Снимаем, значит, на экране вот эту, проводим окошко. Ctrl-W, сочетание клавиш. Назначаем полигруппу еще одну. И Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, отделяем все это дело, значит, от куба. Move topology, del hidden, скрываем то, что нам не надо. Теперь нужно все это дело отзеркалить. Так. Alt, левая кнопка мыши, перетаскиваем на нашу, на наш палец. И, значит, вытягиваем его где-то на середину, делаем mirror and well. Так, теперь мы его плюснем. Получается, значит, вот такой палец. И хорошо бы его, конечно, в скульпте с альфа 6 сделать. Потому что здесь вот плоховасто работает, значит, вот эта кисточка Polish и, значит, Planar. Не могу я ей пользоваться. Вот до сих пор стараюсь, но
Так, теперь x-симметрия. Давайте немножко, значит, сделаем потоньше косточку. В середине ее тоже уберем. Здесь костяшка. И попробуем пролепить, значит, все это дело. Так. Выбираем кисточку Clay Build Up. Заходим в Brush. Находим автомаскинг. Нажимаем Back Face Mask. Это для того, чтобы не вминались другие полигоны ненужные. Так, теперь что у нас получается? Ну и через Alt уменьшаем, значит, интенсивность, как всегда, до двоечки. И будем использовать ее как, значит, Polish. Так, давайте скроем через Shift левая кнопка мыши ненужные нам элементы. И вот здесь уже будем уплотнять геометрию мира and well. Так, это почему он так у меня получился? Вроде бы я его не отводил. А, я же его сузил, да? Так, выглаживаем и через... так, давайте Move Topology и чуть-чуть здесь вот прям на ноготь выйдем поострее. Но опять же все сглаживаем. Здесь как бы у него ноготь. Пусть все будет глажен. Так, что у нас теперь? Опять же, кисточка Clay Build Up. И попробуем отбить костяшку. Так, здесь, значит, будет округло. Так, здесь будет вот такая как бы подушечка. Пускай будет даже с полосой, будет прикольней. Так, а здесь будет ноготь у нас. Так, и немножко Alt, левая кнопка мыши, мы тут чуть-чуть все это дело сделаем вот таким макаром с переходом вот в эту сторону и накидаем массу, как бы, ну как на пальцах идет она, да, вот это вот преамбула или как она там называется, вот. Так, теперь что мы тут имеем? Так, а надо еще, наверное, палец сделать потоньше, потому что здесь-то все хорошо, а вот здесь костяшка идет. И костяшка должна быть костяшкой. Угу. Так, не знаю, как это все будет держаться. Наверное, придется при анимации использовать какие-нибудь, как ее называют, шипки. Так, здесь у нас костяшка выходит. Сгиб будет, значит, тут. И сгиб будет вот тут вот, перед пальцем. Так, в принципе, что? Ничего так. Ничего так палец получился. Так, теперь нам понадобится кисть руки и надо будет вот эти пальцы все подставить на кисть. Угу. Shift, левая кнопка мыши. X-симметрию отключаем, потому что сейчас будем передвигать палец. Так, и погнали, значит, Move Topology. Пардоньте, не мог то положить транспоз. Или как она тут? Гизмо. Так. Переносим, значит, все это дело.
на кисть руки. Делаем чуть-чуть скайл, перекрутку, подгонку. Так, еще раз делаем подгонку. Так, это сильно палец большой. Еще уменьшаем. Вот так это дело будет. Угу. Так. Подгоняем на кисть руки. Хорошо бы их, конечно, потом подсогнуть, как и кисть идет, да? Но не суть вопроса. Перекручиваем поровнее, чтобы все правильно было. Так, теперь, значит, делаем дубликат, а потом только через Ctrl формируем нашу руку. Так, во, по пальцу попало. Ну вот беда, что они слишком близко. Близко ставить не надо, потому что при DynaMesh потом или при ZRMesh все это дело может объединиться. И потом будет вава, да? Так, чуть-чуть отводим. Пусть они будут тогда на растопырку. И Ctrl тоже. Так, вот здесь я уже Ctrl-Z. Косяк упорол. Это получается Ctrl-Z. Вот этот палец, значит, надо делать побольше. Да. Следом, наверное, вот этот через Ctrl пустим, чтобы промежуток был между пальцами, и можно было их сейчас еще доделать. Так, этот палец мы чуть-чуть, значит, уменьшаем. Делаем Scale. И на костяшку поднимаем. Выравниваем его по пальцу. И уводим в бок. Так, теперь, значит, следующий палец, Ctrl, перекрутка, и это уже будет мизинец. Ctrl-Z, делаем ему скайл. Вот таким вот образом. И поднимаем на костяшку к руке. Так. Угу. Так, теперь нам понадобится еще раз Ctrl и сделаем уже наш главный большой палец. Делаем ему скайл. Он вообще тут должен выделяться. Так. Во. И поближе в наш, значит, вот этот переход. Его еще можно даже поднадуть. Он должен быть чуть-чуть побольше, пошире. Так. Ну, в принципе, и что? Смотрим. Кисть руки вроде бы нормальная, но теперь нужно вот эту кисть докорректировать, да? Таким образом, ну, сейчас если получится, вроде получается, вот через Shift делаем потоньше вот эту часть. Так, какую-то часть полюбасу нужно будет обрезать, это Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Так, как-то так, наверное, да?
чтобы пальцы прям потоньше были. И тогда Alt левая кнопка мыши, вот эти костяшки, то, что выпирает, надо спрятать. Так, вот эту. Во. Потоньше. И уберем ее в наш палец. Так, теперь нужно немножко, наверное, подкорректировать палец. Вот этот большой. Так. Ну а что? А ничего, нормально. Так, вот эту вот костяшку уводим. И тут у нас получается два пальца, да? Ну да. Все объединим. Сетка переделается и будет у нас два пальца. Так, здесь. Так, какой-то палец, наверное. А ну-ка. Так, давайте попробуем вот этот. Вот этот палец, значит, замаскируем. Ctrl-Alt, если где-то зацепили, не беда, почистим. И сделаем Ctrl-W. Нажимаем на него. Делаем Geometry Del Hidden. И все, у нас теперь все зашибись. Че? Потом. Так, и вот получается у нас, ну чем не рука Аида, да? Ну зашибись, делаем Mirror and Well, выбираем через Alt другой палец, делаем Mirror and Well. Ну вот, прикольная рука, прикольная кисть руки, да? Так, теперь немножко надо подкорректировать вот эту часть. Она должна быть попышнее. Мы сейчас уведем еще вот сюда, вот в бок, назад. Так, наметим теперь локоть, чуть-чуть вытянем, уплотним, где у него переход под бицуху. Ну вот, прикольное запястье. Теперь немножко давайте его подразденим, добавим ему плеч. Он должен такой плечистый быть. Добавим ему, значит, бицуху. И вот здесь тоже руку надуем. Во. Так, что тут у него получается? Оп. Теперь нужно подправить наши шмотки и сделать их поострее, чтобы плечи прям таки были плечи. Так, вот эту часть немножко садим вниз. Эту тоже часть опускаем, потому что здесь еще будет сейчас скелет, приколюха такая. Так, теперь что у нас тут? Вот эту поменьше.
эту потоньше. Ну а чё? Чем не АИД? Прикольный товарищ. Так, вот ему теперь надо вставить нормальные ступни, ну, чтоб не позорил, да, вот такими культяпками. Подыщу потом какие-нибудь ноги и вставлю ему с какого-нибудь персонажа бывшего. Так, ну, в принципе, и все, что тут еще, да? Вот теперь с пламенем поработать, надо понаходить пламя. Так, Z. Уберем так. Нужно будет еще порисовать. Так, это темная картинка. Давайте посветлее что-нибудь этакое подгрузим. Аид. Так. Референции. Сейчас в интернете найду. Так, что-то тут подыскал. Давайте посмотрим. Так, что у меня тут? Вот этот реф. Так, погнали. Значит так, что у него? Сначала пройдемся по платью. Так, это Z. Отключаем глаз. Включаем кисть стандарт. RGB Z отключаем. Через Alt выбираем нашу юбку. Так. Ставим белый цвет. Так, теперь вот эти шмотки, вот эти полоски. Так, теперь у нас идет куртка фан. Так, цвет кожи. Так, это он вообще не будет отличаться, походу. У него что майка? Майка у него коричневая, да? Ну, сейчас мы майку поменяем на коричневый цвет. Тогда... Значит, персонаж... Вот голову я делал скульптой с Альфа 6. Вот так вот. Значит, что так, тело это у нас болванка. Так, пусть он такой синеватый будет. Так, через Alt выбираем пальцы. Тоже пальцы красим. Теперь С закрашиваем вот эту полоску ткани. Ну так можно сказать прям
И страшновато, да? Ну, какая-то, наверное, вот темно-синяя пускай будет. Так, теперь что у нас? Темные круги под глазами. Так, Shift Z. Так. Кисточку поменьше, выбираем через Alt голову. Так, C. Теперь, значит, C уменьшаем интенсивность. И попробуем это все чуть-чуть обыграть. Ну, чтобы не так прям страшновато было, да? Так, теперь веки тоже красим. Это X-симметрия, английская X. Здесь уже можно на полную. Так, уже вроде бы как бы да. И вот здесь чуть-чуть, значит, уменьшим, пройдемся по носу. Немного ухо и немного вот притянем вот этот вот шишку, выпуклость. Ну и чуть-чуть на подбородок киданем, значит, да? Так, теперь что у нас по губам? Shift Z. Губы. Так, надо ему еще будет сделать этот. Зубы. О, так вот посмазанней, пострашнее, да? Посинюшней. Так, получится так, а ну-ка. Ну, в принципе, неплохо. Ужасающие. Так, вот тут вот с рисунком еще по плечу, не знаю, делать его на одежде, нет. Нужно шмотку доработать.
Потом уже тогда, возможно, добавлю. Так, ну и так для прикола немного света выберем. Так, ну вот пока такой аид. Можно ему потом еще тут, у него тут по плечам узоры идут, такие как полосы, да, треугольники, и по шее. Ну, в принципе, не принципиально. Главное, что персонаж более-менее получился. Так, давайте немножко, наверное, вот здесь вот посветлее сделаем перепады. Так. Так, то же самое с рубашкой, наверное, можно притемнить. Ну и вот эти тоже части, допустим, вот на руках можно тут вот чуть-чуть там, по кистям пройтись, по ногтям или снаружи, или вот можно внутри пальцев вот так вот. Ну вот теперь нужно его немножко, значит, как это дело, вот ступни еще ему ставлю, чтобы ноги нормальные босые были. Я не знаю, на ногах у него какие там пальцы, такие же, наверное, острые. Ну, пальцы уже есть, можно будет подставить, не проблема. Мы посмотрим, что тут получится. При анимации потом ставлю Рикому. И опять же этот персонаж будет для скачивания в группе ВК. Ссылка будет в описании. Так, сохраняем. Не забываем. Потому что если сохранение не прошло, то тогда бывает ай-яй-яй. Так, и еще хотелось бы что показать. Давайте посмотрим файл Open. Да, нет. Так, это где... Чудеса на виражах. Вот такой получился у меня, значит, Балу. В принципе, вроде как и мультяшный, и вроде бы как похож. Ну, посмотрим, как он будет при анимации. Рик его, кстати, тоже вставлен. И этот персонаж, значит, для скачивания, опять же, в группе ВК будет. Так... И еще одного хотел показать персонажа. Это значит файл open. Так, Геркулес молодой. Вот такой персонаж получился. Рик ему уже тоже вставлен. И он уже закинут опять же в группу ВК.
Вот так, риг настроен, можете брать, значит, если кому интересно, этого персонажа и пробовать с сатиром его анимации. Вот так. Так, ну и еще одного, да, это я уже по нему показывал. Это у нас болванка. Так, Пегас. Пегас тоже риг вставлен. Там чуть-чуть с анимацией крыла нужно будет придумать, как будет гнуться. Ну, в принципе, уже гнется, но вот конечный результат складывания мне не нравится. Если делать анимации чисто он в полете или крыло там расслаблено, ну, то нормально. Так, ну, вот такой вот Пегас. Тоже можно скачать в группе ВК, там уже и риг, и, значит, закинут он в блендер, вставлены кости на челюсть, все, он болтает, глаза крутятся. Так, файл, кто еще у нас есть тут? Так, ну вот такой персонаж, значит, Яго. Вот он. Тоже можете его скачать в группе. Тоже риг ему вставлен. Хвост действует. Перья, крылья, значит, сворачиваются. Так, и где он тут у нас раскрашенный? Добивной. Вот так он выглядит раскрашенным. Ну, на этом пока все. Потом, возможно, будет, значит, ролик, где буду пробовать анимацию уже Аида. Ну, если кому интересно, напишите, нужно показывать, как риг ему будет вставляться. Там, в принципе, что, юбка, пальцы, все то же самое. Если что-то будет этакое, я уже тогда объясню, наверное, когда риг будет вставлен в ролике. Все, всем пока, до свидания.